Привет всем моим зрителям, подписчикам и просто зрителям не подписчиков. Значит, на каком мы этапе? На данный момент я выкашиваю полностью весь двор, потому что 3 дня дожди, сильно позаливало дождями. Думаю, пока еще не сильно стара трава, побивать ее, пока молоденькая, чтобы не затягивать. Там мне осталось той участок. За двором везде я уже все покосив понад забором. На каком мы этапе сейчас насчет сарая? Мы закончили полностью фундаменты. Вот таким образом. Вот, начиная с угла. Вот. И пошло каждые 2 метра. У нас закладна, залита в бетон. Все на уровне земли заливаю. Як именно вкидывал я закладушки в бетон и як заливал, не снял, потому что мы то робим, то не робим. Короче, дожди были. Вот таким образом топим полностью в бетон. И я, як її сажу в бетон, саму пластину с арматурой, стараюсь 1,5 сантиметра, чтобы втаплювать ее. То есть я залив саму ямку, потом минут 15-20 прохода, пока следующий льем, я сюда вкидываю, не сразу вкидываю, минут 15 прохода, вода впитает, песок или земля впитает воду, и тогда только сажу. Сажу, а потом молоточком сверху тук-тук-тук, пока весь воздух не выйдет из-под неї. И так каждую. Все 22 штуки закладушек у нас залиті. И сейчас у меня, сейчас я докошу. Вот траву закидал. Короче, все полностью залить. Вот. На сам фундамент затрат у меня пішло 3 мешка цемента 500-ки. Тут мы чуть-чуть розкапали, где старый навоз був. И тоже залили. Ну и так везде. Вот потратив я на ці всі сваї 3 мішка цемента. Сейчас вони вже вистоялися. Сейчас я буду делать 4 колышка по углам поставлю. По всім наружним углам. Одіб'ю на колышках один, щоб все було в розмірі в нулю. Тобто візьму один уровень. Після цього натяну по цьому одному уровню повністю ниточки по всьому периметру, ну квадрат повністю 16 на 8, і натяну їх всі по нулю, ці ниточки, і потім буду міряти по цій ниточці от закладної, от допустим закладна, а тут ниточка, я міряю, ага, 25, міряю далі, 28, міряю далі, 20, міряю далі, 30, так я узнаю різницю между самими пластинами, то есть между самими закладными. И потом я сяду дома, все посчитаю и узнаю, каждый, потому что под каждый столб мне надо делать разный размер. Тут залить именно, чтобы ровно площадка у меня не получается, у меня там уровень выше сантиметров на 30, тут ниже. Поэтому тут столб, к примеру, столбы будут опоры 2,30, а там будут, допустим, метр, ой, 2 метра. А тут будут 2,30. По центру будет, допустим, 2,10, 2,15. Ну, вы поняли, чтобы верхняя часть каждой колонны у меня была так само, как ниточка в нулю. Ну, чтобы узнать разницу между самими закладными, яка на какой глубине лежит, они же не ровно лежат, я высчитаю по ниточке рулетку и узнаю разницу. Возьму одну за основание, допустим, вот этот самый низкий угол. Ее возьму за основание, вот эту. И одной уже начну плясать, понимать, где больше, где обрезать с колонны, а где, допустим, там доваривать до колонны. Вот так. И по самой затрате, я сказал, что пішло 3 мешка цемента 500-ки Івано-Франковского, я пользуюсь Івано-Франковским, он более-менее нормальный. И теперь я начинаю заниматься самими колоннами. Наготовлю колонны и начну приваривать до закладных колонн. И пойдем дальше всю обрешетку на стенах, кровлю и так дальше и тому подобное.
И почему я именно выбрал такий фундамент и такий цоколь? Потому что он малозатратный и эффективный. И саме здание, типа сэндвич-панели, оно тоже как бы не боится ни трещин, ни десь там что-то просило, перегнуло и так далее и тому подобное. Оно ничего не боится, этого мы в жизни не побачим. И сама свая эффективно работает, допустим, если вы пристраиваете, допустим, к дому пристроечку или к дому комнатку, пристраиваете и на дальней стороне, возле дома оно не отъедет. Трещина появится, естественно, но возле дома оно не отъедет. А дальняя сторона отъедет, поэтому дальнюю всегда бурить на глубину промерзания, ну там от 80 до 1,30 м. Бурите буром и заливаете, кидаете туда арматуру, и на этом вы забудете, что такое отходы пристройка от дома. Ну, допустим, я вам сейчас покажу пример. Покажу пример у себя на гаражі. От, допустим, дом. Вот пристраивался сам гараж к дому отдельно. Вот его получается. Вот. Трещина. Трещина обычная, и вся сверху донизу вся одинакова. Трещина. Воно не одійшло. А если б не було побурено, там би була б широка щель, а внизу була б маленька, то есть клинообразна. А так, ну, вона зіграла, потому що це вже давно стоїть, это нове. І эта часть устоєна, а эта чуть-чуть просіла. Це, естественно, так і буде. Ну і так далі, і тому подобне. Тобто воно може кому пригодиться іменно. Як пристроить, чтобы не дешево не тряснуло. Также, если вы, допустим, стены хотите делать из газоблока, ну, вот таким типа методом, так само можете побурить на расстоянии 2 метра, а между этими сваями позаливать своеобразные такие ригеля, допустим, там 30x20 или 20x30, чтобы точка опоры ригелей была на каждую сваю. То есть вот тут, если бы я, допустим, делал бы сейчас кирпича стенку, я бы тут сразу прокопал бы траншейки глубиной сантиметров 30, шириной 20, и позаливал бы их, проармировал, чтобы точка опоры этих ригелей была на сами сваи. И в жизни не просяду. А если бы я, допустим, делал обычный фундамент, нанял бы экскаватор, выкопал бы, или сам бы вручную выкопал бы здорову траншею по кругу, то есть лента получается дуже длинна, и по-любому десь її со временем вона трісне, десь її все равно порве, потому что по идее надо перерезать фундамент по центру, чтобы не была такая одна лента длинна. Ну или хорошо армировать, ну все равно. А так получается, как я сделал, малозатратне воно. Вот я сделал такие, грубо говоря, на такий здоровый сарай фундамент и потратив 3 мешка цемента. Я думаю, это о чем-то говорит. Вот так, друзья. То есть по канализации мы тут уже шутики и ломами, и лопатами. Короче, получается, кульки, тряпки, банки, баклажки внизу не вкопать. Надо нанимать экскаватор. Или экскаватор, или мини-экскаватор выкопать тут и опустить сюда кольца. Ну, этим мы займемся. Мы пока его отложили, канашку. Сейчас, на данный момент, будем заниматься самими колоннами. Я сейчас одібью, вимірюю все и подоварю, где там отрезать, а где добавить до колонны. И все, и начну ставить уже непосредственно, монтировать сами колонны. Колонны поставишь. Это самый главный момент мы сделали. Мы вышли из земли. По самому металу я ничего не покупал, по арматуре, по пластинам. Дома понаходил, чтобы было крутки, шнурки. Пластина у меня, ну, 8 мм была, то есть хватило с головой. Ну, теперь будем уже что-то бачить в следующих видосах, что уже пойдет стройка. Начнем монтировать колонны, начнем монтировать брус. Тут самый важный момент получается у меня крыша. Крыша почему? Потому что 8 метров ширина. Потолка тут не буде. Потолка не буде, и опор внутри тоже не буде.
сам потолок буде являтися криша самим і буде являтися потолком. Почему? Потому что криша двухскатную я хочу сделать. На два ската. Вся вонь, аммиак и так дальше и тому подобное по скатам. И вверху витяжки будут у меня в каждом пролете. Витяжка будет. То есть в каждых двух метрах у меня будет витяжка. И потом, что я еще планирую? Ну, не знаю, по возможностям. От цієї части я отойду еще метров 4-5. Вот у меня где сундучок, уровень. Вот сюда метра 4-5. Я дійду и сделаю здоровый огромный навес на всю длину. То есть 8 метров длина навеса будет, ширина метров 5. И тоже тут надо заливать. Без стен, без ничего. Тут у меня будет дверь из сарая. И я, допустим, на тележке вывез уже зарезанного кабана сюда под навес. Независимо от погоды, дождь, снег, слякоть, под навесом обшмалили, зарезали. Ну и так само повесю. Тельфер вверху может пригодиться поднимать там. Ну видно будет. Короче, такі у нас дела. То видосы не выкидываю, куча людей уже и лично мене побачили. У нас тут водолаги, что в тебе видео немає. И пишут на Viber, выкидываю видео, и в комментах пишут, что видео нема. Відео нема, тому що нічого показувати. Треба щось явно показувати. А воно ж поки з землі вилізли. Поэтому такі діла. Зараз докошу. Оцю ось часть, виходить, докосить мені осталось. Ну, і буду приступати уже к самим колонам. Ось такі, друзі, діла. І ще одне, що мені треба. У мене в суботу забой. Треба обрізати чурку на 15 сантиметров. Так буде удобно резчику. Ось такі, друзі, діла. Зараз покажу вам этих, як вони підросли. Хто слідить за каналом, скажете, підросли чи ні. Ну, вже такі мені наглазки по 90. Юрини, що Юра мені привозив з Києва, генетика. Позавчора одна загуляла, і дивлюся, сьогодні чи завтра друга почне гуляти. Я позаписував, наступний раз, напевно, будемо їх покривати. Ось у них корм. Корм є, вони їдять, бачите. Вони нажралися вже, ну, нажралися зразу, як я почав давати. І все, тепер так, підійшло, пожувало трошки, лягло і лежить. Холодно тут, а пішов туди. Що ти, Горбачов? Ну, такі, друзі, діла. Що я зараз хочу? Зараз випущу дюрчат, хай побігають, я тут покосив, хай по кошину помотаються. І будемо. Давай. На виход, друзі. Друзі, товариші. Зараз почнуть видавати. Опа, опа. Пошоркається і успокоїться, почнуть травку шукати тут. Якось почнуть щось винюхувати, висліджувати, поки я тут займаюся. Сарай той закрив, тому що там вони переворачують постійно відра. І отак от. Хай резяться. Боря тут на контролі. Все, друзі, а так буду заканчувати і буду займатися далі своїм, докосю і буду кидати сюди розмітку, щоб підбивати різницю між самими закладушками. І буду готувати колону, буду монтувати колону. Слідуючий відос, не знаю, або забой. Забой необычний буде, різник. По другої технології трошки розділує і швидко. Ефективно, я сам перший раз побачив. Или же строєння. Ну, щось буду викидувати. От, уже починають осваювати. Петя.
Шоркается. Шоркается. Сейчас наборюсь и нападут. Ну вот, вот этих дюрку килограмм там плюс-минус по 30. И вот гляньте в эти. 80-90 на глаз, я точно не мірив їх, це так на глаз кажу примерно як буде. Сейчас шороха наділає тут. У нас отут должна поразиться рыжка, вона уже почти, ну, встає тільки поїсти, а так лежить. У мене дата є, коли вона должна поразиться, поэтому будем сейчас вона під надзором. Тут вона не буде опорос, а сюди будуть, повісю красну лампу, будуть бігати поросята. Решетка там широка, поэтому. О, о! А, мамку побачили свою. Маму побачили. Куколку, да? Интересно, узнає вона, що то її чи ні? А, наверное, ні. Это у нас покрыто, это покрыто, на Пасху узнаем. Потом пройдет 20 дней, 21. Это ждем роды. Это все нормально у нас, крючок. Все хорошо. Вот тут будем в самый раз. Оттуда будут бегать сюда. Решетка сантиметров по 15 между прутьями. Я делал тут для больших. Поэтому буде отлично. І тут поросятам воду поставити і подкормку. Буде дуже хорошо. Юра, покажу тобі твоїх. Вони в мене на нормі. От я записав. Номер 021. 6-го гуляла, 27-го, мабуть, буду покривати. Ти, Яшка, не будеш нікого покривати, тому що ми покриємо їх іскусственно обох, щоб їхніх поросят я мог покривати своїми кряками, Дюрком і Петреном. Це в мене яка, а де ти? Ага, оця ось перегуляла, а ця ось зараз почне загулювати. Я дивлюся, подхвостниця почне набубнять, увеличується, поэтому. Здоровий дюрок і маленький. Так що я записую, в следующий раз будемо покривати їх. Другу теж запишу, просліжу і покриємо їх іскусственно обох. Все, тоді всім удачі, всім щасливо, буду працювати далі, буду косити і займатися колонами. Для монтажа колон. Все, всім пока.